Ну, депутаты Верховной Рады Украины вручили награду пилоту турецких ВВС, который сбил российский бомбардировщик в небе над Сирией. Под аккомпанемент духового оркестра, почетный, по мнению парламентариев, знак прикрепили к ограде посольства Турции в Киеве. 24 ноября в результате ракетной атаки турецкого истребителя погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков. Штурмана капитана Константина Мурактина спасли. Во время операции погиб морпех Александр Позынич. Террористы сбили вертолет, который прилетел на поиски экипажа.